Судья не кстати пришелся. По борту Госса дальше шайбу переправлял, но угодил в коньки арбитру. А вот теперь шайба угождает в ворота Спартака. 3-0. Юрис Упитис. Четвертая тройка. Рижан сумел отличиться. И смотрим мы, что здесь происходило. Вот Мея шайбы, и вот он выкладывает шайбу. Упитис, ну и тот, смотрите, расстреливает просто ворот в полном одиночестве. Сразу три человека в красно-белой форме. Поехали Гинсу Мея, который за воротами находился.